Не умилиться просто невозможно. Районный конкурс бурятской песни состоялся в детском саду «Журавленок». Мероприятие приурочено к Международному дню родного языка. И мы не могли обойти стороной этот праздник. И в связи с этим мы сегодня решили провести данный конкурс с целью сохранения и развития традиционной культуры бурятского народа, популяризации бурятского языка через песенное искусство. Зал перед сценой заполнился семейной группой поддержки. Вместе с детьми исполняли песни и их родители, а оценивало выступление настоящее жюри, преподаватели музыки из педагогического колледжа. И вот хочется пожелать нашим самым юным певцам удачи. А по каким критериям вы будете оценивать детей? Ну, будем смотреть музыкальность, будем смотреть частоту интонирования, насколько владеет бурятским языком. Мне очень интересно развитие детей, очень интересна деятельность педагогов, интересна в целом наша культура в Бурятии, вокальная культура. В конкурсе приняли участие дети из 14 детских садов железнодорожного района. И родители, и дети с удовольствием пели родные песни. Мне понравилось участвовать, и мне всех больше запомнилось, как я выступал только что. Сильно волновался? Расскажи вообще, как ты готовилась к такому конкурсу? Я готовился одну неделю, и готовился и выступил. Какую песню ты исполнял? «Саган Харар». А почему именно вот ее выбрал? Потому что я ее знаю. А часто ли участвуете в таких конкурсах? Нет, мы первый раз. Но наш сын постоянно активный участник в своем детском саду и физкультурном, физической жизни детского садика и художественном. Мы выступали с песней «Шины жил» по мотивам английский «Jungle Bells». А почему решили выбрать именно эту песню? Потому что она модная. А тебе понравилось участвовать? Да, мне очень понравилось. А что особенно тебе понравилось? Как я пела. А думаешь, выиграешь в конкурсе? Думаю, я выиграю. В конце конкурса все участники, помимо хорошего настроения, получили грамоты и поощрительные призы. Чингис Ачиров, Юрий Шабаганов, АТВ.